Проект «Неделя в армии» у нас реализуется совместно с МВД по Вологодской области и военным комиссариатом с 2008 года. Ранее этот проект реализовывался только на уровне области. Приезжало 80 подростков на 4 смены. Подростки были из девиантные, из неполных, неблагополучных семей. В этом году мы изменили формат этого проекта. И теперь проект реализуется у нас в 3 этапа. Районные, тем самым мы расширили список детей, подростков, которые участвуют в проекте. В этом году у нас приняло уже, по сравнению с предыдущим годом, в разы больше, более 400 подростков за счет включения муниципалитетов. На областной этап у нас едут уже лучшие, те, кто проявил инициативу, активность, дисциплинированность на районных конкурсах. Ну и у нас появился третий этап, призовой так называемый. Те, кто подростки, которые себя хорошо покажут на областном этапе конкурса проекта, поедут в Псков, в десантно-штурмовую дивизию. В основном проект направлен на детей из неполных, неблагополучных семей. И, конечно, мы должны показать будущее, что будущее возможно, что оно возможно прежде всего с армией. Мы должны мотивировать этих подростков на исправление, на то, чтобы вырвать их из неблагополучной среды.